Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как можно собрать такую вот фруктовую нарезку. И красиво это оформить, красиво подать. Вот, допустим, вот такие вот яблочки можно нарезать вот таким способом. Смотрите, яблоко делим пополам. Сейчас я вам так вот с этим яблоком покажу. Такая вот часть яблока. Так, затем эту часть вот так вот срезаем. Серединка. И примерно вот так вот делаем небольшой надрез. Дальше делаем. Вот еще один у вас надрез. И обязательно, когда так яблочки порежете, надо будет полить лимонным соком. Обязательно, для того, чтобы они не почернели. Так, сейчас я вам покажу, как можно сделать из банана. Будем делать дельфинчика. Значит, вот эту часть немножко заостряем. И вот таким вот способом прорежем. Хорошенечко прям надо будет прорезать. Вот прорезали. Так, все, чтобы вот это вот открывалось. Видите? Теперь сделаем проколы. Это для глазок. А глазки мы сделаем обыкновенную, возьмем гвоздику. Так, банан у нас сильно длинный, эту часть так вот мы срезаем. Так, там глазки у нас готовы. Сейчас мы сделаем ему. Видите, что у нас получилось. Так, и сейчас сделаем ему плавник. Здесь надо будет немножечко углубить. Так. Thank you.
Вот у нас получился вот такой дельфин. Бананчик тоже придется полить лимонным соком, чтобы он быстро не почернел. Вот вставили ему виноградинку. Вот такой вот дельфинчик. Теперь будем дальше собирать. Значит, возьмем такое большое блюдо. Для того, чтобы дельфинчика надо будет закрепить, и для того, чтобы он так красиво стоял у нас посередине, мы возьмем яблоко. Яблоко поставим, значит, в центре. Для этого обрежем, подготовим устойчивую такую платформу. Установим, значит, в центре. Дальше вам понадобятся вот такие вот шпажки. Так, обязательно будем крепить дельфина в первую очередь. Значит, будем закреплять его в центре таким способом. Так как мы дальше будем украшать виноградом, чтобы виноград у нас держался, обязательно надо будут вот такие вот шпажки. Собрали мы нашу нарезку. К винограду мы добавили, значит, дольки апельсина и также добавили мармелад. И вот такая красота у нас получилась.